Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Строительство школы в микрорайоне Чистые пруды запланировали на 2018 год. Эта дата значится в ответе городской администрации депутату ОЗС Светлане Шиховой. Скан документа выложен в паблике «Чистые пруды. Жилой район города Кирова», сообщает «Девятка.ру». Объект возведут в рамках областной программы, в соответствии с которой в ближайшие годы в Кирове необходимо построить не менее 12 крупных школ. Сейчас прорабатывается технические вопросы, утверждение проектно-сметной документации и геодезической привязки здания школы на местности. После этого будет решаться вопрос о финансировании строительства из муниципального бюджета. Напомню, ранее замглавы администрации Кирова Роман Морозов заявлял о том, что строительство школы на 1000 мест в одном из новых микрорайонов города могут начать уже в этом году. Дайджест недвижимости. В Кирове ищут подрядчика строительства многоэтажки для детей-сирот. Многоквартирный дом должен появиться на улице Павла Корчагина, 60Б, сообщается на сайте госзакупок. Как уточняет портал Роснет, максимальная цена контракта составляет порядка 92 миллионов рублей. В техзадании сообщается, что площадь здания должна составить более 5000 квадратных метров. В доме появится 177 квартир, не менее 26 квадратов общей и 14 квадратов жилой площади. Торги состоятся 5 мая. Строительство будет вестись из средств федерального бюджета. Дайджест недвижимости. В юго-западном районе Кирова появится еще один торговый центр. В мае по адресу маршала Конева, 1, откроется обновленный ТЦ «Лидер». На первом этаже здания планируют продавать продукты, парфюмерию и косметику, там же разместится аптека. На втором этаже откроют магазины одежды, обуви и аксессуаров, а в цокольном этаже – строительных материалов и хозтоваров. В настоящее время на объекте продолжаются строительные работы, идет поиск арендаторов. Ньюслер.ру напоминает, что в июне прошлого года администрация продала здание бывшего магазина «Лидер» почти за 145 миллионов рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.